Доброе утро, друзья! Сегодня у нас я буду опять делать распаковку окна. Так, для того, чтобы в последующем его ставить. Вот. Для этой цели очень хорош верстак. Это второе окно, которое надо будет установить на нашу кухню, наш домик. Вот. Здесь у нас сэндвич-панель, потому что у нас есть кондиционер из функции обогрева также, да? И он будет стоять здесь. Здесь будет для него сделано такое техническое отверстие. Поэтому мы заказали здесь сэндвич-панель. В данный момент я хочу просто снять эти бортики, так как здесь окно уже, видите, какое, не цельное, как то, а еще и поперечина существует, то, соответственно, здесь больше разбирать. И хочу подготовить, разобрать его для дальнейшей установки себе на кухню. Пассатижи. Так. Вынимаются эти штуки. Ага, в комплекте у нас шло ручка. Еще она все здесь. Вот такое вот окошечко. Итак. Я вынул эти планки, но они ножом выбиваются. Ставится нож, я сейчас покажу, и выбиваются. И здесь у нас, как всегда, две проставки снизу, две проставки сбоку. Вот. Странно, что окно стоит как бы неровно. Что очень странно, стекло. Ну да ладно, это мы решим проблему. Так, и вот эти вот картонные, еще вот эти проставочки верхние. Так, вот это вот стекло мы аккуратно убираем. Вот. Все, запомнили, где что лежит. Вот они, эти проставочки, чтобы их не потерять. Столько шелухи вот этой вот. Я не знаю. Можно было, конечно, пропылесосить, прежде чем вставлять это все. Получается такая работа, как бы так, на ура. Вот. А потом она отодвигается. Вот так вот. А потом вот таким вот макаром я делаю лично. Отодвигаю ее сюда. Вот самое тяжелое — это вынимать непосредственно самую первую планку длинную. Это самое тяжелое. Но здесь ее надо вынимать именно так, а не иначе. Потому что она ставится самой последней. Вот. Все. Вот. И чтобы не перепутать, где что стояло, я их укладываю соответственно. Друзья, суббота. Я с утра еду в Ейск, вот проезжаю сейчас поселок Октябрьский. Яйцо.
500 вести. И так еще есть дело одно. Ветер почти, как говорится, заканчивается. Слава богу. Но вот сегодня последний день еще подует, а потом уже он исчезнет, этот ветер. Будет юго-восточный. Завтра займемся установкой окна. Все, я уже прибыл в станицу Есенскую. Не стал ничего в городе снимать, там ничего интересного нет. Туристы разбежались, все по делам бегают. А у нас, ну как сказать, тепло. Ветер наконец-то сегодняшнего дня должен поменяться и будет уже значительно по-другому дуть. И завтра мы занимаемся окошком. Так что это видео вы увидите, скорее всего, когда мы будем окно делать. Все запишем, потом выложим. Описать повседневность такую, что да как, как-то даже неохота. Доброе утро, друзья! Ну, настал черед этого окна. Сейчас я буду с той стороны все это разбирать. И все мы будем здесь убирать. Да и так, друзья, мы как раз шутимся, когда Лена вышла здесь в кадр, и мы делали рабочую. Ну, рабочая атмосфера была, там бетон что-то лили. И один написал, говорит: а почему ваша жена в таком одеянии, футболка такая простая? Ведь она же женщина, то есть она на бетонно-месительные работы, там с ведрами связана, с этим всем. Она должна что, в сарафан надевать, что ли? Вот эта вот вычурность в людях, когда несвойственная окраска тому, что ты делаешь. То есть ты должен везде находиться в праздничном одеянии, показывать свой достаток даже в ремонте, что ли? Это несусветная глупость, друзья. Итак, что у меня для этого есть? Это не та. Надо ту фирменную. Где-то ее... А, она на черном. Вот это фомка, друзья. На каком черном? А вот черном, где этот генератор. Генератор. Вот эта фомка, друзья, она пластилиновая. Вот чтобы ей не делать, она гнется как пластилин. Это самый фуфел из фуфелов. Вот. Есть другая паяная фомка. Вот она, вот эта с арматуры, не знаю с чего, но она реально натуральная фомка. Итак, для этого понадобится фомка, шуруповерт, мой профессиональный шуруповерт. Сегодня воскресенье, кстати, вечером стрим. Вот, и моя, как говорится, ну, новое мое любимое орудие труда, это вот такая вот штука. Кстати, вы заметили, пилка, которая шла в комплекте, я вам показывал, они вообще ни о чем, как для детей. Это совершенно другая уже пила, мощная, именно по дереву. Лезвие, не пила. Пила осталась та же, Вега, профессионал. Хорошая штука, она нам поможет сегодня все это дело раздолбить. Ох, я в поясе и... Молоток, вот он, молоток и стамеска. Да, еще нам понадобится молоток, вот такой хороший, у которого не вылетает вот эта вот металлическая часть от деревяшки, и стамеска. Тут для начала я, конечно, буду, друзья, выкручивать шурупы. Да. Есть такая вот у меня. Я люблю вот эти перчатки, которые они как капрон или что-то такое, с маленькими такими пупырышками, которые уже стерлись. Они, к сожалению, весьма тоже не дешевые, но очень удобны. Вот сразу раз, рейку убрал и обнажилась щель. То есть вот, ну, понятно, что оно у нас давало течь холода, как говорится. Кто делал? Я делал. Плохо делал, временно делал. Сейчас сделаем хорошо. Упал шуруп.
Это вот, кстати, я придумал, петельку купил. Удобно, когда работаешь на высоте, когда строил павильон. И ты вот этот крючок раз, подцепил молоток, никуда не денется. Очень удобно. Лайфхак. Лайфхак. Так, одно дело сделали. Так. Вот если не влезем, тогда да. А если влезем? Не, мы же здесь тоже убирали. Ну, убирали, убирали. И там также, только чуть больше. В общем, у нас перекос рамы. А ты ее включил? Да. У нас перекос рамы. И в связи с этим рама может не войти. Мы будем ставить, конечно, раму ровно. Но перекос этот можно поменять только способом выпиливания. Потому что можно, конечно, делать полностью новый косяк. Но, во-первых, сейчас нету досок. Вот. И в связи с этим... И тем более лиственница, здесь дерево хорошее, вот внизу немножко подгнило здесь, да, поэтому это ладно, это еще полбеды, мы тут сделаем, чтобы это сохранить. А перекос этот устранить, к сожалению, будет сейчас невозможно, надо будет просто выпилить ненужные части и вставить раму. Вот, как бы то ни было. Если бы это вот... Если бы вот это не опустилось. Да, если бы она вот оттуда не отошла. Ну, здесь что можно сделать? Вот взять кувалду и выровнять, что ли? Нет. Нажать этим гвоздодером тоже нет. Это уже деформация, понимаешь, всего подоконника. Так.
общем, мы выровняли раму как могли, чтобы она стала ровнее. Там вот это вот, где синяя сверху покрашена, это бетон. Там идет железная такая штучка. А здесь рама, она так как бы косо стала, мы ее выровняли как могли. Что там уже начала валиться штукатурка, но смысла просто нету дербанить все это. Потому что все будет разваливаться саман, все. Поэтому это окно менять на какое-то новое в такой стене нерентабельно. Можно разрушить более, то есть надо будет ломать дом тогда, меняя окно. Мы этого не хотим, поэтому мы делаем так. Вот что значит дом без фундамента. Друзья, несмотря на то, что кажется, что окно стоит криво, на самом деле оно стоит исключительно ровно. Это у нас такая избушка, вот прямо вот так вот на раскоряку, к сожалению.
Все, друзья, это окно нам далось намного тяжелее. Причина была банальна. Во-первых, здесь перемычка. Вот это. И здесь была сама косина окна, очень серьезная такая. Если там не очень, то здесь прям вообще. Пришлось выравнивать, делать скобу, вы сами видели. Вот, но зато сейчас оно прочно стоит. Косяк тоже прочно стоит. Сейчас ленточки отрываем. Чай пьем. И запениваем все это дело. Почему мы выбрали именно этот день? Потому что сегодня штиль, ветра нет и почти ничего не мешало работать. Но ветерок немножко был, потом он исчез. Ладно, друзья, скоро стрим, вы его увидите раньше, чем этот ролик. Пойду приводить себя в порядок. Тема серьезная, поговорим. Пока!